Друзья, у меня в руках замечательное изделие от немецкой компании Arkina SKS. Это та фирма, которая вот уже 40 лет производит посуду из пищевого олова и достигла в этом смысле неимоверных высот. В общем-то, вся посуда практически делается вручную, обработка вручную, полировка вручную. Большая часть операций производства этой посуды делается вручную потомственными мастерами. Кстати, и это не просто красивые слова. Значит, вот такая вот тарелка на охотничью тематику. Настенная тарелка. Есть вот ушко, за которую можно, кстати, вот ушко можно подогнуть. Материал очень мягкий, кстати. Подогнуть и закрепить где-нибудь на стене вот эту вот тарелочку. Вставка вот эта вот центральная из керамики. Нанесение, ну вот в данном случае такой вот кабанчик. Вот. Очень богато украшена узором. Вот. По кайме 23 сантиметра в диаметре эта тарелка. Вот, значит, использует компания Artina SKS очень качественный материал, 95% олово. Вот, ну, по уходу не нужно пользоваться какими-то абразивными материалами там, просто, ну, я думаю, не думаю, что из этой посуды кто-то будет есть. Понятно, что это декоративная вещь, подарочная вещь любителю охоты. Достаточно ее протереть, помыть, допустим, мыльным раствором теплой воды и протереть мягкой шерстяной тканью. И все в таком виде она снова перед вами предстанет. Я хочу вам сказать, что есть вот похожие тарелки из этой серии, скажем так. Если уже размещать где-то на стене охотничьего домика или трофейной комнаты, допустим, то, конечно, лучше не разлучать вот этого вот фазана, благородного оленя и этого кабана. Вместе они гораздо лучше, интереснее вот в таком вот виде будут смотреться на стене вашего жилища или трофейной комнаты. Поставляются они в такой вот коробке. Каждая из них поставляется вот в такой вот коробке картонной. Если соберетесь преподносить кому-то в подарок, ну, покройте еще какой-нибудь мужской бумагой. Вот. Подходящий. Для человека, который занимается охотой, для которого это любимое хобби, я думаю, вот такие вот подарки, ну, будут очень желанные, будут очень встречены с большой радостью. Спасибо.